А нахрен с ним, жопа ничто, атака все. Это вы меня заставили переместиться в него. Ты очень красиво это... Ах, давай двумя, давай уже. Полностью. Второй раз было 13, и это получается 20. Посмотрел, да. Что он мало выбросил, так раз. А то он еще потом не ножи достанет. Так. Ты решил всех самцов убить. Вампирик Даггер. Какая-то внезапная смерть. Вампирик Даггер 6, и себя отхиливаю на 1. И второй... Ты не забываешь, что там несколько раз в день? Там хреново тучу раз. Кровь, раз в день, он ни разу 10. Столько раз не делал. Сколько хотелось. И это еще на 5. Мой мозг. Итого? 11. 6,5? Да, 6,5 того 11. Ты будешь помнить, какие заклинания у всей партии. Нет, это вот тогда твой мозг взорвется. Хорошо. У него где-то вот там в спине торчат два ножа, он... кричит, что-то там шипит, и ему очень больно. Весьма. А если бы он кое-что знал, ему было бы еще и страшно. Знаешь, что я с тобой делаю? Наука. Нервно. Я за фри говорю. Убивать или оставлять? Ты идиот? Оставлять! Он лежит. Окей. Он спит. И это самочка. Оставьте ее мне! Когда вы успели это поделить? Я успел. Я. Magic Missile в этого. Я женщина, я же не конкурент, так чувствую просто на расстоянии. А она красивая, самочка. Magic Missile в этого. Угу. Вот ты когда смотришь на трансвестита, ты не понимаешь, он мальчик или девочка? Нет. Я как-то не смотрела на трансвеститов пока. Угу. Это ящерица трансвестит? Я прям сисель подозначила. Когда ты попадаешь... Внезапно. А, нет. Это ящерица трансвестит. Лежит такая. Она приснула почти. Блин, да я всех косы. Я смотрю на Ричи. Думаешь, что именно твой удар, он попал где-то в шею, просто поразил его артерию, и он... Никогда не был так близок к смерти. А, значит, скоро умрет. Да. Он не стабилизирован. Хватит спать. Точнее, хватит... усыплять злодеев. Я пока больше ничего не вижу. Да. Правильно тебе? Да. Ну вот, у меня тот же самый рейд. Понял. Рейдерши. Ну, я могу еще куда-то передвинуться, но я не вижу в этом особого смысла. А, то есть ты стреляешь, как только туда появляется зона твоей видимости? Ну, почему бы и нет? Не, все верно. Извини, я... Не, мне просто так представляется, кто-то... А ты попробуй, с такими диоптриями. Поиграть, да. Поиграть, значит... А, вот ты! Пикап. Вот этот чувак перевернулся на другой бок. Это гипноз. Да? Этот разворачивается, делает шаг, пытается тебя укусить. Я не самочка, не смей! И она... Она? Черт! Она промахивается, еще делает шаг и падает. Ты можешь ударить. Пожалуйста, добей ее. Да когда сама сейчас от потери крови, а? Ты что? Все, он не ударил. Что ты собралась с ней делать? Я ничего! Вот эти два чувака перестают... Ты его добьешь или нет? Да, конечно. Давай. Она, это она! Все, тихо, пусть добивает. Она! Тогда не добиваю, ладно. Мне ж надо... Все равно умрет. Ты представь нож, скажи, не двигайся. Она... Не двигайся. А свободной рукой зафри расстегивай ремень. Хорошо. Там ножи были воткнуты. Она когда падала... В полубитве. Эти два чувака делают шаг и с двух сторон кусают. Это то же самое. Пытаются бить. Своими этими магнитами. Надо написать резюме в другую партию. И, короче, один бьет по голове, второй по ногам. Этот падает. Это нельзя выкладывать. Пожалуйста, нет. Он успевает стукнуть по голове вот этого, и он тут. А когда мне это еще и вдвоем размахиваются, да? Одновременно. Маловато. Найди человеческую самку, любую! Нет! Я другому богу поклоняюсь, вот двое... я не могу поклоняться другому богу, и в ритуалах участвовать никак. I'm sorry. Я вот спросил, я говорю, где мне находить? Слушай, ты полдня не можешь потерпеть, чтобы мы дошли до города? Я как раз сказал, буду хотя бы самца,
Ну человека, блядь. 24%. Где микрофон на камере затыкать? Какой микрофон, в принципе, выкладывать нельзя? 5 урона. 5 урона. Там надо. Энви, 5 урона. От вот этого вот жабы. Там еще 2 самца возле меня. А они полубраты. Все, получено. Самка-самец. Че это? Они лягушки, вряд ли у них там есть самки и самцы. Они могут меняться, по-моему, лягушки. Есть по биологии. Один вид лягушек, которые могут в случае необходимости раз в сезон менять пол. Так что ты смотри. Можешь завести себя. Он 3 года растет. Белый господин, как тебе сегодня больше нравится? Это все, что сделает. А, жесть. Да. Награди человека. Я на Д.Р.Т.Н. Я на Д.Р.Т.Н. Это все твоя вина. Ну как так. Вы ржете? А вот эти вот, эти самые, как ты сказал, тентакли, да, вот у вас в глазах когда двигались, это было очень весело. Я на Д.Р.Т.Н., давай ходи. Там нужно просто на протяжении всего ролика одну большую надпись по моральным причинам этот ролик не может. Заряжаю арбалет, ну и рэди экшен. Я, конечно, написал до 18. Тут не то, что до 18. До 40. Мне вы 24, я, по-моему, молод. А это что за... Давай, я Д.Р.Т.Н. Заряжаю арбалет и рэди экшен, если еще кто-то арбалет, я стреляю. До конца партии не хватит аккумулятора. Ай-яй-яй! Пора, начинать трэш? Да, давай. То есть он... Я рассказал свою заявку. Только начинать? Заряжаю арбалет и ready action. Если кто-нибудь еще нападает, я стреляю. Магнус. Еще 11 нет. А, конечно. Еще 3 часа у нас есть, нормально. Давай, Магнус. И 3 часа. Телепорт готов? Магнус. Да, кстати, сегодня надо где-нибудь около 11. Хорошо, вот если вы поменьше будете... Да, хорошо, хорошо. Тут труп, там труп. Ну, окей. Ну, прекрасно. Ну ладно, хорошо, давайте. Вот тут вот появляется вот прямо. Да. Вот. Ты хочешь помешать? Я не буду. Давай. Комментировать, что. Давай. Я хочу спасти хотя бы их души. Так, короче. Ну пусть уворачиваются, короче. Ёкарный бабай, короче. От чего? От Fire Sphere. На месте этого самого ящерица. Он в одной клеточке, кажется. Да. Давай. А, ну, там еще прокинул. А, там же весело даже. Что, против чего? Ну, сейчас скажу. Это не ящик, все это. Так, это... 13, ой, 17, короче. 20 на кубике. Там вернулся, короче. Ну, половину урона. Урона, да? Так. Давай. Айн, свай. Так, это какая ящерица? Красава. Это да. Это просто победа. Там 1d6 или 1d8? 1d6. Точнее, 3d6. А 3 или d6? Вот сейчас, одну минуточку. Ну, вряд ли 1d6. 3d6, да. Давай. Сколько? Короче, у тебя 2. Это уже 4? Это 4 пополам, да. Просто профессионально. Пошел топить. Там уже занят. Там же кто-то топится. Да. И нас ебалки оттуда, они меня заковыряют сейчас. Да. Или ты их заковыряешь. Они, кстати, полумертвые. Кто, вот эти? Да. Вот каждый... я фонковать не буду, да? Очень... С самочкой? Давай, попробуй. Очень жаль. Нет, вот так же не будешь, конечно. Фак. Ты сейчас с деревом попробуй. Ладно. Ну это fight footstep, наверное, там. Да. Как-нибудь, как-то так. Ну давай, попробуем. Ножичками. Это у меня... Пам-пам. Это у меня с математикой всегда было плохо. 18. Попал. А вторая... 12. Не попал. Попал коротким мечом. Давай. Куда ты его попал? А 8. Это ты говоришь. Почему? Может, потому что это написано в Dungeon Master Guide. Да, хорошо. Ты ему попал в руку и отрубил ее нахер.
У него клещет кровь. Ты маньяк. Вы сами захотели. Мне кажется, он должен упасть. Нет, он не упал. Он на колени должен стать. Ты смотрел фильмы про крутых чуваков? Он стоит такой, у него кровь клещет. Он говорит, сейчас берет тебя за горло, вырывает кадык инстанткин. Он тебя еще на поезд. Он становится к себе спиной и наклоняется. Весь мрак. Саша, фу. Все снято. Так. Фу-фу-фу уже было, хуже ничего не быть не может. На рука там летает. Я не настолько оптимистичен. Летает-то летает, это хорошо. Ты зачеркиваешь свои? Да, конечно. Ух, of course! Так. Вот перед глазами вот у этого вот резко такие яркие огоньки такие засияли. Что это такое? Это Dancing Light. Прямо возле глаз вот так резко появились. И чё? Он смотрит, что там огоньки, они прыгают, да? Не, просто яркие огоньки. Отлично. Он не ослепнет. Да. Ну хотя бы... Нет. Там есть такие, типа, дейсы. Там есть дейсы. Флэйр. У меня нет этих заклинаний. Хорошо. У меня их нет. Как сами тяжело, вы не читали Роберта Сальваторе? Не, ну по идее, если прям перед глазом резкая вспышка, он хотя бы должен что-то потерять. Резкая вспышка, Сальватор. Огоньки. Но они резко появились, у него хотя бы что-то должно. Он влечься на них должен был. Просто человек настаивает, ты с ним спорешь, представь ты. Стоишь, дерешься. У тебя перед глазами возникают огоньки. Ну если бы это было ночью. Какая разница, когда вот ты сейчас стоишь. Ты, во-первых, ты можешь посчитать еще, что ты горишь нахрен. Хорошо. Чувак начинает вот так отмахиваться от огоньков. Ну, он делает что-то вот такое вот. Там. Так, начинается какая-то логика, это уже положительный момент. Моя. И вот так вот примерно огоньки появились. Я не понял. Я не понял. Это сложно. Я кину кубик. Ничего не видно. Блин, у меня один на кубике. Серьезно. Ты угадал, да. Огонь сжигает. Мойра продолжает. А, ну да, у меня тоже не появляется новых врагов. Эльфы говно! Встает. Ребята, 30 футов. Кидается на Энви. Да, и она не сражается с черепахами там никак. Они дружат. У тебя ящерицы. Они стояли, хотели убивать друг друга, потом они вместе дружно кинулись. Я, между прочим, ее не убил. А? Я, между прочим, ее не убил. Но почти. Да. То есть она, мне кажется, должна быть благодарна как-то, я же мог ее принять. Сейчас отблагодари. Сейчас отблагодарит. Не вижу логики. Она промахивается. Это тебе благодарность. Ящерица. Ящерица промахивается. И попадает в другого. Нет, не попадает. Это разворачивается. Это ящерица, не голубица. Ударить Магнештаром. И это больше 20, это 23. Так. Ну почему я там что? Я могу понять. Почему все остальные? Это 5. Опять 5. Это он туда полез. Я свою функцию выполняю. Ко мне подходит, я уничтожаю. Я их сейчас почикаю хрена. Вот этот чувак делает громко-громко ква. Ква! 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 Квайр! Квайр! Вилл. Твой вилл. Мой вилл. Сейчас мой вилл, твой вилл. Всего? Кубик должен бросить. Хорошо. Стопы! 6. Не сильно далеко. Тряпка. Ты шейкен на... Замешательство на 4 раунда. Ни хрен, на себе. Ребят, спасайте меня, а то там беда будет. Что ты хочешь найти? Шейкин. А, что такое шейкин? Я, значит... Минус 2 к атаке. Да. Спас броски, скилл. А этот чувак, он не хотел выйти из огненного шара. Он как бы балансирует клетки с большим огненным шаром. То есть ты дрожишь, да, вот, но недостаточно для того, чтобы убегать. Ну да, он сделал шаг. Ты боишься, но
Просто у тебя в руках дрожь. Ну, я просто забыл. Но при этом я могу пить или нет? Конечно, с минус 2 к атаке. Легко забыть про большого огненный шар, пылающий персонажа. Я на ДРТН походит. Код требует, чтобы его гладить. Спасибо. Код диктатор, значит. Приблизительно то же самое с этим чуваком. Просто света за этим покрачу. Ну, он такой стоял неглаженный. А кот не против. Феликсофилка. Ну, такой неглаженный был. Погладь его. Так я погладила. Боюсь, Фродо погладил. Ребята, камеры вас не снимают, о чем вы говорите, очень непонятно. Про кота. А вот, это тебе и понятно. Но если у Света поживет котик, то он будет убегать потом. Не отвлекайте Свету, она и так сосредотачивалась. Он потом будет год не гладиться. Бессмрак поделился с нами своим опытом жизненным. Ну, Света? Огонь, беспощадный огонь. Ты можешь здесь сидеть и думать над своим следующим ходом. Не обязательно гладить кота. Терапию в руке. Я знаю. В слизи. Вся такая. Да ладно, почему в слизи сразу? Ну потому что ножная слизь. Нормально у них кровь должна быть, ящерица. В атаку! В атаку! Беспощадного атаку! Я бы после такой наглости заставил бы бросить фортитуду за рапиру и сжёг бы её матери кислотой. Ну вот опять отвлёкся на ДРТ. Магнус, ты можешь ходить тоже, в принципе. Ну тоже радикшн, в общем-то, что. Хорошо. Если кто-нибудь нападёт. Магнус. Вы не хотите меня спасти? Я полностью. Я тут вместе с тобой, понимаешь. Сори, я тебя не вижу даже. Ты крикни хоть что-нибудь. Бля. По-моему, у вас там тоже всё в порядке. Ну окей. На этого чувака. Мне так казалось. Да, мне так казалось. Кидай. Я слышал, о, самочка. Полный урон кидай. Отвлекать не хочется. Я что-то помню про свечки. Один. Тихиканье партии. Три свечки. Четыре. Так, пять. И... Блять, да что такое? Сколько всего? Шесть. И это, самый счастливый маг. Четыре единицы за шесть бросков. Вот. Эта сфера перекатывается, он начинает гореть, его там одежка какая-то минимальная начинает гореть. Дерево начинает гореть, и чувак прислонился к дереву и так потихонечку сползает. Дерево начинает загораться. Это было мудрое решение с его стороны. Ну, он умер. Он умер вообще-то. Я же говорю, это было мудрое решение с его стороны. Он с некоторых пор не любит трупы. После Магнуса ходит Энви. Не понравилось. Приелась! Энви шейкер. С одного раза? Шейк. В неё. Давай. Есть вещи, которые приедаются с одного раза. В неё. Да будь ты проклята. Не попал? Ещё. Ещё. Попал. Перебор. Сколько ты скажи? 16, 22, минус 2, 20. Хорошо. Дрожащей рукою. Он направил свой меч. На 8! И чикаю ей в горло, мразь. А ты говоришь, что трупы приели? Прямо у нее приблизительно пол горла отрезается. Вот в это место я и... Кровь хлещет. Люкас могло что-то продуть. Но на ломаном. У нас... У нас могли быть такие икринки. Да. Икринки. У меня еще минус кубик. Бессмрак. Достаю арбалет. На этот раз в два раза больше думать. Достаю арбалет и стреляю вот в этого вот. Давай. Встал, зарядил. Ты даже можешь сделать шаг. Он может его зарежет. Он же крутой. Да, почему бы и нет. Я боюсь, что мне сейчас прилетит немножко. 16? Да. Так, сейчас. Оберта, да? Попал. И свечка такая чуть-чуть загорается. Кидай. На двоечку. Блин. Что-то не везет. И он... Ты, короче, попадаешь ему в руку. Он смотрит на руку. Были ранены, и падает. И падает. 15, на 14, там, 15. Вот. Тютелька в тютельку. Я всех порешал, отлично. Этого убил весь мрак. Он так думает.
Накинем блеф. Сделай вид, что ты его срезал. Так, и ходит... 21. Ходит, понятно. Хочу... Это я его срезал. А я хочу... Да, пожалуйста. Это что мне накинуть? Блин, это сдохло, да? Все сдохли, сволочи. Ну, и что добавить? Вот этот чувак... Тоже блеф? Убегает. Прайс. Он отмахался от этих огоньков и пытается свалить. А куда дели ящерицы? Если вы хотите его догнать... Чеканули всех. Вы можете попробовать, но это будет... Там их две было. Я на Диартену легко догонит. Точнее, черепа. 40 футами. Если вы хотите его догнать... Я вообще его видела, кстати. А куда дели он... Да, то есть ты видела, что здесь сражались трое, типа две ящерицы. Нет, а кстати... Все два сдохли. А этот... Тут были огоньки, Весмрак накастовал. Он отмахивался, если блеф на блеф, то я с тобой поспорю. Посмотрел и там пытается свалить очень вот туда далеко. Не, ну тогда бы, наверное, убегавшего уж бы стоило бы. Если вы хотите догонять его, то вы можете, ну, по ходам. У меня заряжен арбалет, сильно удаляться я не стану. У меня тогда 17. Вы его или догоняете, или не догоняете. Абсолютно. Тут лес, ты в него не сможешь выстрелить, он далеко уже побежал. Я не стану в одиночку углубляться в лес. Ладно, мы всех перечикали, товарищи. Это хорошо, как обычно. Энкаунтер заканчивается. Ура! Так, ну и в принципе, пожеланием трудящихся тут все закончится. Единственное, мне надо ваш персепшн, когда вы там. И меня желательно подлечить бы. В принципе, и все. Персепшн 5. Да, наконец-таки 20 зончик-то. А, персепшн там будет больше. Ну там почти 30 будет. Когда вы выходите на эту полянку. 28. Вы выходите на эту полянку посмотреть и тащите этого чувака. Ну, понятно, что тут в лесу очень сложно с ним разбираться. Вот тут. Свяжите его. На полянке. Все, я не буду больше трупов. Удачно. О! В ловушку его. Так он живой. Хорошо. А, ну. Яна Д'Артен. Ну, видимо, просто она наступила вот сюда вот. Я напомню, что тебе надо делать. Не реже раза в неделю. У меня это было прошлой ночью. Ну, поэтому этой ночью. Слабся. Таскай с собой. А им понравилось. Яна наступает на какую-то, ну вот там, мох, там какие-то вот эта полянка. И чувствует там каблучком тук-тук-тук, лючок. С потайной дверкой. В лесу. Чок. Да. Подземелье и драконы. Та-да-да-да-да-дам. Парам-парам-пам. Ну, ты там убираешь мох, там люк. Открывать будем? Да. Открываем. Я вскрываю люк, хорошо. Я вскрываю люк. Я так уже дохну почти. Давайте еще люк вскрою. Да. Я тебе помогаю. Вскрывай. Что ты с ним делаешь? Давай. Что? Просто тебе на плечо легла рука Яны Д'Артен. Хочу осмотреть. Подожди. На наличие ловушек хочу сначала смотреть. Давай, смотри. Да нет там ловушку, успокойся, вы открываете. Смотрел. А что там внутри? В скайпе будет. Вы узнаете в скайпе. Я не читаю скайп. Значит, ты ничего не узнаешь. А как же наши зрители? Они никак не узнают. Отлично. Нашим зрителям интересно. Я же говорю... А наши зрители могут купить сезон пас, чтобы быть добавленными в скайп? Объявился. Я объявился. Витя, слышишь? Объявить сам. Витя. Я говорю, наши зрители могут купить сезон пас, чтобы быть добавленными к вам в скайп. Или закулисную эту. Крутой кобик. Сезон пас стоит $15 в месяц. Грязные извращенцы. Чистые. Нет, только он. Нет, только не я. Да, и в следующий раз... Давайте все... без этих некротических штучек. Он за сегодня все... у меня 8 двадцаток сделал. Все будут 5 уровень. Та-да-да-да-та-да! Левелап такие. Это пруф от мастера. Это должно звучать как поздравляю, чуваки, у вас будет левел. Вы нашли в люке левелап. Экспа! Открытие люка дала одну единичку опыта, которой не хватало. Черт, какие классные монстры. А в чем А? А что такое? Ну, пошли в другую сторону. Мы с ней только подружиться хотели. Это они так думают.
Я так думала. Мне даже не надо никуда рисовать. Я положу там, где я взял. Дали им шанс. Хорошо. А мы честно хотели. Я не перепутаю. Я только некоторых не знаю, где я брал, поэтому я положу там, где я их не брал. Это значит, следующая партия левелап поднимать. Перед. Ну, перед партией. Желательно. Было бы неплохо. Не вопрос, я подниму, а? Я подниму. А у меня что? Можем в какой-то из дней в скайпе состучаться тем, у кого не получилось, или они считают, что у них не получится заполнить PDF-скичанник, я проведу консультацию. Там нам на самом деле все просто. Чувствую, это я буду. Я тебе позвоню на этой неделе, все-таки я так чувствую, я тоже наберу. Потому что я могу затупить. Так, мне нужно теперь звездочка на мой эльф, он меня обещал научить интересному. Чему? Обещал научить интересному. Чему? Не знаю. Бой здоров. Спасибо. Вот я не помню, правда, где я взял эту змеюку. Я где-то в одном месте. И вот этих чуваков. Все. Я положил. Не, это не то, что вы подумали. Некрохирург. Опытный раввин. Изучают мертвые тела. От каких заболеваний они умерли. Называется каталогонат. И всякие из этого лечебные материалы разрабатывать. Не переключаемся. А мало ли тебя зараза какая-то укусит? И я пару.